Орловский юридический институт МВД России имени Лукьянова стал местом встречи ректоров орловских вузов. В заседании совета принял участие в Рио губернатор Андрей Клычков. Среди тем беседы – реализация проекта «Молодые кадры Орловщины». Я слышу таким общим фоном, что невозможно обычному молодому человеку, особенно из села, попасть на государственную муниципальную службу, реализовать свою карьеру. Вот именно, с одной стороны, для этого, для того, чтобы разрушить стереотип клановости и закрытости системы управления, мы запустили программу «Молодые кадры Орловщины», но и это лишь, скажем так, полдела, полсмысла, который мы закладывали. Основной смысл все-таки – поиск талантливой молодежи, которая желает, хочет и может предлагать решения, не боится ставить перед собой задачи, которые могут пойти во благо развития региона. Год уже функционирует бизнес-парк, и с этого года у нас работает Центр инноваций в социальной сфере, и за это время 10 предприятий, малых предприятий, открыто. А цель этих центров от идеи до функционирования бизнеса сопроводить и открыть предприятия, которые дальше будут функционировать на территории области. И там уже сформировались, по сути дела, лидеры, которые идут по самым креативным направлениям.